В студии с новостями Марина Бартенева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Часть денег за оплату детского сада можно вернуть. Как это сделать, расскажет Юлия Чернышова. Несанкционированная торговля молоком и мясом. Чем опасно приобретение такой продукции, выясняла Анна Мельченко. В Армавире прошла акция по борьбе со СПИДом. Как это было, расскажет Ирина Чупина. Армавирцы имеют право на компенсацию родительской платы за детский сад. Это небольшое, но все же неплохое подспорье, и в особенности для многодетных семей, которые могут получить 70% от суммы в квитанции обратно. Правда, сегодня немногие знают об этой привилегии и не пользуются ей. Со специалистом этот вопрос обсуждала Юлия Чернышова. Верните деньги обратно, ну хотя бы некоторую их часть. Такое право родителям детсадовцев предоставляет государство. Мама и папа, у которых один ребенок, получают компенсацию в размере 20% от родительской платы в детском саду. Родители двух дошколят получат компенсацию 50%, а если три или больше детей, то государство вернет семье 70% от осуществленной оплаты за садик. Чтобы оформить получение компенсации, нужно собрать необходимые документы, приложить заявление и обратиться к руководителю своего дошкольного учреждения. Армавирцы могут вернуть в семейный бюджет и часть суммы из платы за частный детский сад. Компенсация выплачивается один раз в квартал. Для того, чтобы оформить такую компенсацию, родители детей, которые посещают частное дошкольное учреждение, как и муниципальное дошкольное учреждение, оформляют пакет документов, который состоит из заявления, копии свидетельства о рождении ребенка и всех детей, которые находятся в семье, то есть первого, второго, третьего, для того, чтобы установить процент компенсации и обязательно банковский счет, на который будут перечисляться эти средства. Деньги будут ежемесячно перечисляться на банковский счет родителя. Размер компенсации за детский сад высчитывается, исходя из ежемесячной суммы родительской платы и количества детей в семье. В Краснодарском крае установлена средняя сумма выплаты компенсации – 764 рубля. Эта сумма гарантированно окажется на счету родителя при условии, если у ребенка была 100% посещаемость детсада в течение месяца. Размер компенсации может быть и пересчитан в том случае, если ребенок отсутствовал в образовательном учреждении, например, по причине болезни. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Молочные и мясные продукты считаются продуктами скоропортящимися, особенно если нарушаются условия хранения и реализации. А потому продавать их в непредназначенных для этого местах не то, что не рекомендуется. Делать это категорически запрещено. Анна Мельченко продолжит тему. Несанкционированная продажа молочной, мясной и другой продукции в Армавире – явление достаточно частое. Кто-то торгует во дворах многоэтажек, для кого-то излюбленным местом стал переход под Урицким мостом, иные же устраивают импровизированные прилавки в многолюдных районах. И несмотря на то, что горе торговцев наказывают штрафами во время рейдов, завязывать с этим делом они все же не собираются. Впрочем, число покупающих с рук также не уменьшается. Специалисты рассказали нам, в чем заключается опасность приобретения продуктов в непредназначенных для этого местах. Приобретая продукцию животного происхождения и растительного происхождения в несанкционированных местах, люди могут заразиться заболеваниями общими для человека и животных, токсикоинфекциями, получить различного рода отравления. Но в таких ситуациях люди сами берут на себя ответственность, потребитель берет ответственность за здоровье, жизнь себя и своих близких, потому что данная продукция, она непроверенная. Не прошла ветсанэкспертизу, не прошла должные исследования, нет документов, которые могут подтвердить качество и безопасность этой продукции. Такие исследования должны подтвердить качество продукции, то, что были соблюдены все требования при заготовке, реализации, переработке и хранении. Однако нарушители всякий раз уходят от этой процедуры. Мы рекомендуем в случае выявления данной продукции, в таких случаях обращаться в органы, которые на сегодняшний день имеют такие полномочия. Это то ли Роспотребнадзор, администрация, отдел ветеринарной инспекции или участковые по закрепленным территориям. Берегите себя и своих близких. Еще раз замечу, мелкорозничная торговля в непредназначенных для этого местах преследуется по закону. Нарушителям грозит административный штраф. Кроме того, в мэрии напомнили, что сейчас в крае проводится комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира.
20 лет на двоих получили закладчики героина в Армавире. Безработный 29-летний Хуршет Усманов и 30-летний Денис Яровой с января по февраль этого года распространяли наркотики на территории города. Крупную партию запрещенного вещества общей массой около 200 граммов подельники расфасовали на разовые дозы и сбывали путем тайниковых закладок в различных районах Армавира. Преступников удалось задержать. Суд приговорил каждого из них к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Армавир присоединился ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 1 декабря здесь прошла акция, в рамках которой жителям напомнили об опасном недуге. О ходе проведения мероприятия материал Ирины Чупиной. Всемирный день борьбы со СПИДом традиционно отмечается в мире 1 декабря. В одной из акций приняла участие и молодежь Армавира. В центре города они раздавали прохожим символ этого праздника – красную ленту. Сегодня Всемирный день акции «Красная лента» борьбы со СПИДом. Она проходит ежегодно, каждый год. И эта акция проводится для того, чтобы напомнить всем, что существует тяжелая болезнь, ну и просто всех предупредить. Я думаю, что эта акция способна предупредить всех, просто ну, они будут носить ленточки и будут предупреждены. Из 146 миллионов проживающих в России 820 тысяч человек живут с ВИЧ. Для того, чтобы предупредить страшное заболевание, прежде всего необходимо знать о его существовании. Спасибо и принимать вам меры профилактики. Большинство прохожих с удовольствием поучаствовали в акции и прикрепили на свою одежду красную ленту. Я думаю, что эта акция важна, чтобы люди знали, что такое ВИЧ и чтобы они этим не болели. Конечно, я считаю, что такая акция важна, ведь это заболевание очень смертельное и его очень много по всей стране. Может быть, люди, если вот такие акции проводить, прислушаются к мнению, там задумаются, потому что это ведь очень страшно. Ирина Чупина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Свободный микрофон. Конкурс поэтического мастерства состоялся в Армавире в рамках проекта «Литературная Кубань». Творческое мероприятие собрало десятки студентов в зале Центральной городской библиотеки имени Крупской. А тех, кто лиру посвятил маме своей, наш следующий материал. Грустила-то, если не физик. Бывало, суровой двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои жаром ребятам читал. С чувством, с толком, с расстановкой. Десятки армавирских студентов нашли свой свободный микрофон. Одноименный конкурс поэтического мастерства практически ежемесячно проходит в Армавире. На этот раз мероприятие было посвящено празднованию Дня Матери. Соответственно, тематически разбились и номинации. Их три – автор, чтец и проза. Последнее, по мнению организаторов, сложнее всего дается конкурсантам. Участникам более по нраву чтение произведений известных поэтов и редко собственного сочинения. Если брать про авторские произведения собственные, то есть сочинения, их, конечно, меньше, но тенденция идет на увеличение. То есть с каждым проведением мероприятия мы видим, что люди потихонечку добавляют произведения, либо свои, тех, которых мы уже знаем, ребята, либо ребята новые появляются. Организаторы конкурса «Свободный микрофон» – Центр молодежной политики Армавира. Поясняют, что главная цель мероприятия – возрождение интереса у молодежи к литературе и творчеству, повышение инициативы молодых авторов, а также выявление ранее не издававшихся молодых поэтов. Юлия Чернышова, Александр Жерелеев, служба новостей Армавира. Это было все на сегодня. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Анна Мельченко. В студии была Марина Бартенева. До свидания. Имидж ведущий – бутик женской и мужской одежды «Аделина». Город Армавир, улица Мира, 26.